Неожиданное продолжение получила история русской девочки, о которой наш канал рассказывал вам на протяжении без малого 3 лет. Ее похитили. Не прошло и 2 месяцев с тех пор, как отец дочери Вероники Доус вывез 13-летнюю девочку в Россию, как группа злоумышленников похитила ее. При похищении были убиты 2 телохранителя. Эксклюзивные детали похищения, интервью с мужем Вероники Доусон в нашем вечернем эфире после рекламы. Доброе утро. Ань, может, еще кофейку? Да, можно кофейку. Обязательно спроси, кто. Действуем по инструкции. Хорошо. Держи дверь. Откройте. Кто? Мальцев. Мальцев. Здрасте. Здрасте. Проходите. Саша, в чем дело, а? Я тебя учила, как надо к двери подходить. Ты мне весь сектор обстрела перекрыл. Но это сейчас не имеет никакого значения. Это имеет значение. И ты будешь меня слушать. Извините. По крайней мере, в том, что касается безопасности твоей и Оли. Виктор, хотите кофе? Не откажусь, Александр Борисович. Новости есть? Нет. Я слышал, один из погибших был вашим другом. Примите мои соболезнования. А вы давно его знали? С Афгана. Извините. Он что-то хотел мне сказать перед смертью. Что? Не разобрать, ему легкое прострелило. Не то сейс, не то сис. А что бы это могло означать? Не знаю. Сис. Сэс. А может быть, сейф? Может, сейф. Не, не похоже.
двойной эспрессо. Эспрессо. Спасибо. Вероника? Да. Где Оля? Торопиться не надо. Відключите ваш мобильный телефон, будь ласка. Зачем? Мобильники бывают с ушами. Что касается Ольги, то ее уже взяли наши люди. Когда я ее получу? Скоро. Треба будет переправить ее через границу. Мне это не интересно. Мне интересны ответы на два вопроса. Когда и где? Мне говорили, что вы деловая женщина. Так когда и где? Пока я могу ответить вам только на другой вопрос. Вам треба будет переехать у Харків и поселитесь у гостиницы Харків. Все. Ну, а там я с вами выйду на связь. Добре? Это все? Пока все. Да. Да, конечно. Спасибо, Марго, что позвонила. Когда все закончится, я обязательно сообщу тебе. Первый. Марго сказала, что муж Вероники уже выступает по американскому телевидению. И говорит, что Олю предложили вернуть им за $1 миллион. Я был прав. Подожди, ты Веронике звонишь? Да. Недоступно. Ань, хочешь, можешь сейчас пойти отдохнуть. Нет, не хочу. Ну и Григорьев подъедет через час, тогда и сменимся. Кстати, машина плохо тянет, педаль западает. Громов ее в сервис возил на днях. Не успели доделать. Сер. Куда гонял? Я же говорю, в сервис гонял, машина старая. Ее давно списать хотели. Какой сервис? Адрес знаешь? Нет, не знаю, но квитанции должны в бухгалтерии остаться. Он же не за свои делал. Телефон бухгалтерии знаешь? Пойдем глянем. Ментов бы надо позвать. А вдруг пустышка? Давай проверим сначала. Ну что, идешь? Ну пойдем. Не спеши. Осмотри сначала. Mm-hmm.
открывай. Ага. Давай. Оружие на пол! Ань, ну скажи, ну почему? Почему мы не поехали с ними, а? Шанс невелик. Но ведь это же шанс, Аня. Саш, успокойся, пожалуйста. Они профессионалы, они сделают все отлично. Потом, если действительно там что-то есть, то это работа для ФСБ. Ну, хочешь, я позвоню? Угу. Хочешь? Угу. Угу. Номера интересные. 31-й регион. Это где? Не знаю. А ты? Черт, новая куртка. Алло? Нет, спецназ еще не подошел, но мы уже внутри. Нет, девочки здесь нет, но мы нашли одного из этих. Наверное, знает. Вот Виктор как раз хочет у него об этом спросить. Да, я перезвоню, конечно. Кто звонил? Семенова. Что там? Отец девочки очень интересуется. Дед! Вопрос понятен? Или ты быстро отвечаешь, или медленно умираешь. Вот так. Это что за самодеятельность? Почему твои люди действуют без приказа? Проявили оперативную инициативу. Ты же сам поставил задачу. Я не ставил задачу провалить все. Мы взаимодействуем с органами. И без них ничего предпринимать не должны. Ты что хочешь, чтобы у нас лицензию отобрали? Мальцева можно понять. Нельзя! Мы все теряли друзей, но работали в команде. И по инструкциям. Нам Рэмбо не нужны. Где он сейчас? Исмаилов в сервисе. Мальцев. Уехал. Куда? Вы даже своего остановить не можете. Почему не задержали? А его сейчас остановить можно только одним способом. Застрелить. Угу. Соедини с конторой. Так, ну что, есть они там или нет? Вперед! Ее здесь нет, они ее увезли. Ты отстранен. Сдай оружие. И уволен. Ну что там? Ничего. Уходили явно в попыхах. Так, все понятно. Как давно определить можно? Часа 4 назад. Уехали. С чего ты взял? Да следы за сараем. Еще не замело от машины. Так. Снег ночью шел. Подожди следственную бригаду. Пусть ребята все. Своими людьми командуют. Добро. Понял. Есть. Кто?
Я уволен. Игорь, останови его. И что сделать? Мне его пристрелить или как? Сержант Смирнов, ваш документ. Здрасте. Так, что в машине? Бытовая техника. Документы есть? А это у экспедитора. Ага. Здравствуйте, начальник. Какие проблемы? Никаких. Откройте заднюю дверь. Да у нас вроде все в порядке. Откройте, откройте дверь. Ну, хорошо. Ёлки. Так, ох. Ну, чё тут? Нормально. Ребят, у вас тут все под завязку забито. Ну, чтоб два раза не мотаться. Написано же. Больше 10 коробок не ставить. Вы чего? Как вы повезете-то? Что, в коробках у вас там, а? Светильники. Светильники? Ну-ну, побьете их все. Да не побьем. Ладно, ваши дела. Ладно. Порядок. Закрывай. А что случилось-то, командир? Да ориентировочка пришла на Красную Газель. Девочку в Москве похитили. О, ну надо же. Куда ж ты прешь, уважаемый? Убери перо, все уже. Боишься, да? А? Убери перо, тебе сказал. Пасть закрой. Шепель, чего ты? Перо задвинь! Ты чё раскомандовался, а? Я сказал всех, а не дергайся. В бугры лезешь, да? Повторяю. В бугры мы лезем, пасть, да? Пасть закрой. Газель нашли. Они отогнали их за тонну и бросили. Скорее всего, там и оружие утопили. Его водолазы ищут. Бандюк, которого в гараже нашли, в больнице, в тяжелом состоянии. А личность установили? Да. Рыбалка, он же рыба. Ранее судимый за вымогательство. Освободился 5 лет назад. Член разгромленной Белгородской ОПГ. Что еще мы можем сделать? Пока ничего ждать. Чего ждать? Ну, надо же что-то делать. Ну нельзя же просто так сидеть! Это невыносимо. До тех пор, пока они не вышли на связь или как-то себя не проявили, мы ничего не сможем сделать. Что информаторы? Пусто. Да не выйдут они на связь! Сержант Смирнов, ваши документы. Пожалуйста. Куда ж так гоните, Виктор Никитич? Скорость превышаете. Радарчик есть? Радарчика нет, а жаль. На отъем прав тянет. Больше 40 превышаете. 500 рублей. Там побольше, чем 500 рублей. Радарчика-то нет. Радарчика нет. ЧОП группы Р. Охранник, что ли? Да. Там в Москве у каких-то охранников девчонку увели. Так мы теперь все газели тормозим. Не у вас ли? Ладно. Удачи. Они по этой трассе могут ехать? Да мы все газели останавливаем, не только красные. Так, с ними там еще черный БМВ должен быть. Были тут какие-то с экспедитором на черной бэхе? Но у них была белая газель, и к тому же она до потолка забита коробками, да?
Белая? Угу. Вон как у тебя куртка. Испачкался где-то. Ладно, бывай. Спасибо. На. Жуй. Слышь ты, заткнись, без тебя тошно, я. Дяденька, дяденька, я чувствую, что вы хороший, защитите меня от него, я его боюсь. Защитничка нашла. Всех увянь. Че ты? А? Че? Я его боюсь, он плохой, он очень плохой. Слышь ты, сука, заткнись, а. Увянь, дебил. Ты кого, а? Тебя. И пахнет от него плохо. Че, это параш воняет? Там тебе и место. Тим, слышь? Да. Видишь черную девятку сзади тебя? Да, вижу. Он, по-моему, ко мне в сервис приезжал. Я у него... Движок смотрел. Слышь, глушак пробит. Слушай, может, совпадение? Не знаю, не знаю. Не верю я в эти совпадения. Попросите остановить. Зачем еще? Мне плохо, меня тошнит. Ай, так и этого не хватало. Шарик, окошко открой девочке подышать. Иди дыши. Дышать ей надо. Ты иди. Вали на свою парашу, а тебя и вправду воняет. Такое-то? Да я и сам не знаю. Что там такое, а? Спасите, спасите. Этот дяденька, он хотел меня убить. Ножом. А этот другой. Он меня спас. Что дело, а? Да у Секи с балдой все время непорядок был. Сека, Сека, ты будешь дуреть, и тебе ноги вырву. Ты понял, да? Нам эту девку надо живой довести. Понял, да? Смотри за ним, Шепель. О, не справится, он не справится. Этот он совсем сумасшедший. Заткнись, сука. Все.
Секу надо оттуда убирать. А то он вообще с катушек съехал. Нам главное до Белгорода доехать, понял? Ну да. Шепель, гляди за ним, если чё, мочи, понял? Понял. Теперь основное до темноты доехать. Ну да. Видел? Видел. Говорил же, предчувствие меня не обманывает. Спасибо. Да, это один из ее охранников. Застучит. Здесь не застучит, здесь телефон не принимает. Доедет, где принимает, и застучит. Слушай, там возле проселка будет поворот. Поверни и остановись. Потолкуем. Дождать хуже всего. Да мне не привыкать. Столько лет ждал. Но сейчас совсем другое дело, Аня. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что все хорошо будет. Мне как-то интуиция не подводит. Если они переправят ее через границу, мы Олю никогда уже не увидим. Есть же договор о выдаче преступников. Если Вероника получит Олю за выкуп, она сейчас же увезет ее в Америку, понимаешь? Можно подключить МИД, прокуратуру, она же свидетель, в конце концов. Я боюсь другого. Я боюсь, что Вероника сразу начнет процесс по установлению опеки. Америкосы девочку из страны не выпустят ни за что. Им надо еще пересечь границу. А там сейчас усиленный досмотр. Но у них же заложница. Должен признать, вы оказались правы. Ваша бывшая супруга сейчас на Украине. Кто бы сомневался. Ведь граница с Украиной дырявая. Пересечь ее нет проблем. Да. Дорогой. Мочи его, Света! Возьмите его! Шарик, проверь! Ушел!
деревня. Там. Чего? Там. Там моя деревня. Там. Кончился мой бумер, теперь на этой поедем. Че этот-то, живой, нет? Не знаю, пока из леса выйдет, мы уже на месте будем. Там прошло. Ну давай, поехали. Все, давай, поехали. Давай, давай. Давайте, давай, быстрее, давай, поехали. Поехали. Здравия ну что, желаю. Все в порядке? Так точно. Садись. Мамка готовила. А, угощайтесь, товарищ майор. Помни, это еда, а не закуска. Да не пила в прошлый раз ничего, все это оговор. Ха, оговор. И чтоб девок не было, как прошлое дежурство. Так, тут у нас отделение милиции, а не вертеп. Так понял, я понял, ну сколько можно? Понял он. Телефон. Быстрее. Ну что, подвезти тебя до дома? Если какие-нибудь новости будут, они тебе сообщат. А ты на машине? Угу. Поступила информация от Мальцева. Вымпел вылетает в Белгород. Мы возьмем вас на борт нашего самолета. Вы готовы? Конечно, а... Что? Можно вас попросить взять еще одного... Вернее, одну. Добро. Только надо торопиться. А ты в какие годы там был? Я с 85 по 87 после Ожской учебки. А ты? А я с 86 и до конца. Mm-hmm. На сверхсрочную остался. Ну ты даешь. Слушай, а мы точно на ту же дорогу выскочили, а? Тут по другой дороге не выскочишь. Если они не местные, то точно я не знаю. Все равно, поднажми. Да не едет она, старая, ты не видишь, что ли? Ну ты не волнуйся, у них тоже не Мерседес. Я хочу пить. Вода в коробках осталась в лесу. Тимоха. Чего? Вода есть? Есть немного. Дай для девчонки. Держи. На, пей. Дай мне, потерпишь. Она ребенок. Папаша. Она не ребенок. Она кусок мяса, за который нам должны деньги. Не бойся. Там у нас? Гости у нас на хвосте. Внимание! Преследую автомашину «Газель» белого цвета. Госномер Николай 382 Роман Валентина. В машине предположительно находятся особо опасные вооруженные преступники, захватившие заложника. Прошу поддержки. Вас понял. Ничего, теперь не уйдет. Жми. Белая «Газель» М-382РВ, остановить свою обочину.
Белая газель, он 382 РВ. Остановиться у обочины. Подойди! Водителя на мушку возьми. По кунгу не стреляй. Ага, понял. Давай. Ну остановился, и чё? Оля, ты здесь? Здесь! С тобой все в порядке? Да! Чё, убедился? Давай так. Ты нам отдаешь девочку. Мы вам даем сейчас спокойно уйти. Да ты чё, она теперь мой единственный пропуск. Чего просишь? В общем, слушай мои требования. Нам коридор до аэропорта, самолет с экипажем. 30 миллионов рублей и никаких заторов, а то будут таранить. А если что, мы ее первую кончим. Понял? И вот еще, вы со своими мигалками нас и проведете через все светофоры. Понял? Слушай, а зачем тебе девчонка? Возьми меня. Я не сбегу, правда? А зачем ты мне нужен? Она у меня единственный гарант теперь. Все, давайте убирайте свои колымаги. Че стоишь? Иди разруливай. Нахрена нам самолет? Куда полетим? В Улан-Удэ полетим. Куда? В Улан-Удэ, ко мне на родину. Че, в гости к бабке, что ли? У тебя есть план лучше, да? Ну, говори. Короче, там в аэропорту потребуем машину, уедем в тайгу. Угу. У меня там заимка есть, никто не знает. А что дальше? А дальше? Поделим бабки, отлежимся там. За год-то все забудется, наверное. О, Тимоха, точно, точно, точно. Ты глава, Тимоха. Уйдем в тайгу, там и отлежимся на пузе, точно, да. Я не хочу в тайгу. Тебя туда никто не потащит. А что сделаете? Отпустим. Разрулил. Приезжай. Вот тот же. Козлы. Ну что? Эскорт с мигалками не подавай. Да. Ну что смотреть? Поехали. Поехали. Ты, у тебя есть рация? Рацию мне тащи! Рация есть? Есть, держи. Подожди здесь. Не делайте глупостей. Это вы не делаете. Давай быстрее, время пошло. Чего не тянут-то? Чего не тянут? Нет, здесь что-то не так. Сядь, не базарь. Оля! Оля! Чего молчишь? Говори. Оля, с тобой все в порядке? Мне страшно! Не бойся, я тебя оттуда скоро заберу. Да скорее, пожалуйста! Встречайте деньги. Вижу, не живой. Первый, держу цель.
неси деньги. Я тебе не носильщик. Слышишь, ты не дуркуй. Тебе девка нужна? Иди принеси деньги. Шевелись! Заберите у него бабки! Давай сюда! На! Второй! Вали отсюда! Вали, вали, фраер! Пересчитайте деньги там! Тут их до утра считать придется, а не в мелких купюрах, как ты просил. Тогда посмотри, чтобы кукол не было. Как слышите? Прием. Да, слышу. Сейчас на борт. Поднимется экипаж. Три человека. Кукол вроде нет. Давайте экипаж. Экипаж. Пошел. Дальше что? Иди отсюда, нужно будет, позову. Суки, погасите свет! Погасите свет, суки! Убрать свет. Я убью ее! Группа на месте. Сека, иди проверь самолет. Ага. Снайперы приготовятся. Цель 3 к стрельбе готов. Пятый, цель 2 к стрельбе готов. Шестой, цель 1 к стрельбе готов. Нет, нет. Ждите команды. Не стреляйте. Не волнуйтесь. Будем стрелять, если будет 100% уверенность. Штурмовая группа. Захват. Лежать! Руки за голову! Оружие на землю! Лежать! Руки за голову! Бросить оружие! Да, все нормально. Нормально. Слава, да. Слава Богу. Аня. Спасибо тебе большое, что помог. Ну давай, мостик удачи. У тебя, кстати, отлично. Угу. Колесо правое спускай. Ладно, посмотрю.
Мальцев, ты это... У Козырева одну свою вещь забыл. Забери, он не камера хранения. Держи. Ну, пойдем, пойдем. Вероника. Ну, наконец-то. Я уже устала ждать. Есть у вас какие-нибудь новости? Где Оля? Торопиться не треба. Вероника Доусон? Да. У нас к вам несколько вопросов. Проедемте с нами в управление. На всякий случай. Зачем мне теперь охрана? Оль, я не понял. Подожди. Тебе что, не нравится мое общество? А зато твой папа сейчас под надежной охраной. Ха-ха-ха, как смешно. Оля! Э! Че скучаешь-то? Я не скучаю. Я сейчас тебе покажу, как я скучаю. Ну попробуй. На! На, получи! Ну, давай в Мальцево! Давай в Мальцево! Опа, получи! Кожей чувствую выстрелы в спину. Жизнь моя похожа на поле минное. Каждый метр на этом поле – зона ненависти и боли. Люди ходят по миру, вертят шеями, как жирафы в тире, становятся мишенями. Взглянул не так, недобрый знак, сделал шаг враг. Виртуальное время, тысячелетие, включил компьютер, купил бессмертие. Умер вечером, родился утром, спецназ онлайн, антишутер. Три жизни назад ты умел верить, считал, что умение верить – это умение жить. Теперь ты встречаешь бронированные двери при выходе на все лестницы и этажи. We'll be right back.